Да, прикольно. Для ног такой массаж делает. Сам пронесся у нас. Подожди! Как скутер. Вот так вот, как видите, здесь почти все говорят по-русски. Находимся на острове Кипр. Здесь и песок, и камни. Ну такой пляж, конечно, не чистый. Такой вообще, вообще здесь своеобразная такая земля на пляже. Такой полупусок, полуземля какая-то. Да. У него сам состав, я имею в виду, какой-то глинистый. Да. Немножко такая, как будто глинка в нем присутствует. Ой, жара, жара. Но зато вода чистая, красивая тут вода. Так, сейчас посмотрим, куда мы тут выйдем. И выйдем ли мы вообще куда-нибудь. О, смотри, видишь, какая прозрачная, смотри. Полностью все. Мне это напоминает, как в Греции была вода. Эгейская, кажется, там море было. Там оно настолько красивое было. Там такое все прозрачное, необычное. Это у нас Средиземное море. Вроде бы, если не ошибаюсь, остров Кипр. Вроде Средиземное. Кстати, я заметил, здесь на пляже нету никого, кто вот продает, разносит таких вот вещей разных, там кукурузу разносит, воду разносит. Ни одного человека. Вот правда, вот этот, видите, ходит, убирает эти лежаки, чистит. Это единственный персонаж, что присутствует. Лежаки 2 евро стоит у нас. Вот на день можно брать. И вон там камни. Видишь, камни камнями вот так вот огорожено, чтобы сильные волны не были. Сильные волны не шли. Очень много здесь, конечно, на русском, по-русски. С России или с других русскоговорящих, скажем так, стран. Это со своим лежаком пришел, видите, раскладушка. Прикольная. Ага. Он ее с дома принес, старую раскладушку свою переделал. Она у него уже вместо лежака. Чем 2 евро платить, лучше с собой принести. Так, пойдем, выйдем тогда в эту сторону. Ну, смотри, какую они здесь, эти, видишь, положили. Тоже с какой-то целью. А, это огораживает вот эту территорию этих скутеров. На скутерах поездим. А, ну пойдем. Скутер-база такая тут у нас. Вот этот, смотри, какой прикольный. А, прикольный. Лежачок такой. Это на диванах. Да, да, на диванах. Потом тебя переворачивают.
Такую недавнюю. Ой, тенечек, как хорошо в теньке. Что, пойдем по этой, по набережной дальше? Я не знаю, что тут еще делать. Давай ноги помоем и выйдем отсюда. В принципе, здесь она. Набережная как бы одинаковая. Потом одну ногу промываешь. Сейчас я покажу, как надо. Вот ты за одну руку держишь, одну ногу промываешь. Чисто. Да нормально. Вторую не сделаешь? Так, друзья, пока выключаюсь. Сейчас промою ноги. Смотрите, Анзортова.